А теперь о происшествиях. Вчера около 20 часов вечера на выезде из Славянска на Кубани, недалеко от храма святого Пантелеймона, произошло серьезное ДТП. Девушка 22 лет на автомобиле «Фиат» решила обогнать грузовик, но не выдержала боковой интервал и столкнулась с ним. От удара машину выбросила на встречную полосу, где произошло столкновение еще с двумя автомобилями. В результате аварии три человека пострадали и были доставлены в ЦРБ. По данным отдела ГИБДД по Славянскому району, только за декабрь произошло 163 ДТП, в которых погибло 2 человека, пострадало 30. Четверо из них несовершеннолетние. Будьте осторожны, в ночное время суток на дорогах из-за непогоды плохая видимость. И, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения. Это сохранит жизнь вам и другим участникам дорожного движения.